Здравствуйте, это наш очередной видеоотчет о нашем дистанционном лечении с Давидом моего сына Айдоса. Начнем с новогоднего утренника. У него было 2 утренника. Он вел себя очень хорошо, обращал внимание на мыльные пузыри, на персонажи. Сидел до конца, пока не закончится утренник. Начал слушаться на обращенную ему речь, на свое имя отвлекаться начал. Выполняет просьбу, отнеси мусор, вынеси, вот это все он выполняет. Далее, мы живем на 8 этаже, до этого он забирался спокойно, никуда не обращал внимания, автоматически забирался просто до квартиры. Сейчас он обращает внимание на цифры. Все цифры на квартирах написаны. Он все разглядывает, трогает руками. Я ему озвучу, какая это цифра. Далее он стал более дружелюбным. Кто приходит домой, он радуется и бежит в гостиную, показывает, чтобы мы раскрыли стол для гостей. Такой стал у нас гостеприимным мальчиком. Далее, алфавитную доску вообще он не смотрел. Сейчас начал смотреть и правильно расставлять буквы. Пазлы из 3 частей собирает сам. Из двух частей. Далее, учитель приходит на дом у нас, он по настроению встречает ее, то есть появилась эмоция, выражает недовольство или радость. Когда ходит в школу 2 раза в неделю, он сам забегает в класс, берет мел и рисует на доске. Дальше у нас такие изменения, он сам начал ходить в туалет. Включает свет в туалете, снимает штаны, выключает свет и уходит. В первый раз мы ходим в бассейн, в неделю 1 раз. Впервые он попросился сам в туалет. До этого я его всегда водила, в этот раз он сам. Вышел из бассейна и пошли мы в туалет. Далее... В бассейне он до этого не боялся ни глубины, ничего. Сейчас он ногами находит дно. Если нога достает до дна, он меня отпускает и сам плавает. Если нету дна, он прижимается ко мне, берет меня за руки. То есть появилось чувство опасности. Дальше. Когда я зову всех за обеденный стол, он самый первый прибегает, ставит стульчик и сидит, ждет. Даже когда готовлю на кухню, рядом ходит, все рассматривает, что я готовлю внимательно и уходит. Раньше он не боялся выходить на балкон вообще. Сейчас он боится, берет за руку, выходит с нами вместе. Тоже появилось чувство опасности, как я говорила. Да. Далее мы ходили недавно в магазин, большой центр. Покупали ему одежду. Там он увидел впервые он побежал в сторону игрушек. Долго стоял, рассматривал игрушки. Дальше мы ходили в игровой центр. В игровом центре он вел себя очень хорошо. Играл игры. Забирался на паутинки. Далее, не хныкал, везде все рассматривал внимательно, взгляд стал более серьезным.
знакомые, даже кто видел, все говорят, что у него он стал более серьезным у вас. И взгляд изменился. Вот такие у нас хорошие изменения. Но речь у нас пока еще не появилась. Все показывает руками, эмоциями выражает. Но все понимает. Все-все, абсолютно все понимает. Только вот у нас нет речи. Хочу сказать спасибо огромное нашему Давиду, что он помогает нашим деткам. Спасибо еще раз. Благодарны вам.